В этом видео расскажем, как настроить свичной график в Volfix на базе кластерного. Итак, в простом кластерном графике переходим в настройки, Setup, Settings, Cluster Box и сбросим их по умолчанию и настроим свичной график заново. Переходим в настройки, Setup, Settings, Cluster Box. Sideline Width ставим 10, это максимальная толщина линии, боковой показывающий направление бара. И далее поменяем цвет теней свечей. Left Cluster Profile поставим серым. Далее сменим фон графика, какой он был первоначально. Setup, Settings, Miscellaneous, это прочие настройки. Background 1 и Background 2 отвечают за фон графика. Далее цвет свечей настраивается в меню Setup, Settings, Bar Tick. Bar Side Up, Bar Side Down и Bar Side Flat. Bar Side Flat – это цвет Pin Bar. Заменим его на нейтральный серый. Итак, мы получаем простой свечной график. Расширив его, мы видим профили свечей. То есть получаем кластерный график. Сузив его, у нас опять простой свечной график. На панели управления мы можем переключить тип кластеров, например, на дельту, дельту процент и так далее. Либо же выбрать график с двойным кластером и поставить, например, объем и дельту, либо sell by, он же bdask. Далее можно настроить лимиты различные, например, лимиты на sell by imbalance. Видео по настройке имбалансов у нас есть на канале. Ссылка будет в описании под видео. На любые ваши вопросы с радостью ответим в нашей техподдержке. Контакты в описании.